Аппетитные кусочки красной рыбы, сводящие с ума ароматы копченых морепродуктов, огромный выбор, 35 видов морской рыбы, который удовлетворит самого взыскательного покупателя. Все это выставка продажи икра и рыба «Камчатская» у торгового центра «Премьер», которая стала любимым местом закупок у рязанцев. Непревзойденные вкусовые качества продукции, гарантированная свежесть – вот основные факторы, которые приводят покупателей к выставке продажи снова и снова. Есть и другие плюсы. Скажем, попробовать продукт здесь можно перед покупкой, чтобы быть уверенным, что берете действительно премиальную рыбку. Вы знаете, я уже в третий раз, наверное, к ним приезжаю из Первомайского проспекта. Мне нравится обслуживание. Они, так сказать, добрые мальчики, вежливые очень. Вот мне не хватило, они мне там несколько копеек. Видно, к старости посмотрели. В общем, спасибо им большое и... Не знаю, привет, Камчатке. Употреблять в пищу рыбу, икру и другие морепродукты можно и в период Великого Поста, который соблюдают многие рязанцы. Существует церковный календарь, в котором расписаны дни, разрешающие постящимся рыбу. Но и врачи, и священники напоминают, что при проблемах со здоровьем, пожилым и беременным, а также тем, кто активно трудится физически и умственно, рыбу включать в рацион настоятельно рекомендуется в продолжении всего периода аскезы. К тому же до светлого праздника Пасхи уже подать рукой, и многие начинают закупаться к праздничному столу заранее. Приходим, конечно. Там уже праздники же приближаются. Свежие, наверное, у них продукция. Вот из-за чего еще идем, берем. Сезон сейчас заканчивается. Сейчас вот рыбу, может, немножко в морозилку положу. К Пасхе. Мне внучка любит белую рыбицу, я красную не особенно, а белая рыбица она и икру. Ну вот сейчас к празднику сделаем бутерброды с икрой. И будем вспоминать добрым словом. Чевыча, белорыбица и омуль – отборная слабосоленая икра, а также другие виды морской рыбы. Ассортимент поражает воображение. И если вы попробовали продукцию Камчатского края, однажды вы будете возвращаться вновь и вновь. Ведь с этим вкусом не сравнится ничто. До 1 апреля включительно выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» работает в нашем городе. У центрального входа торговый центр «Премьер».